устойчивость. Это совсем другой тип устойчивости. Значит, это устойчивость, ну, если так в общем смысле сказать, устойчивость модели. Вот мы с вами, значит, имеем какое-то физическое явление и моделируем это явление, то есть пишем для него систему дифференциальных уравнений и хотим знать, насколько наша модель устойчива. То есть если мы чуть-чуть что-то в модели поменяем, то что там изменится? Ну и, значит, конечно же, то есть вот здесь вот в предыдущих типах устойчивости мы всегда возмущали как бы начальные условия, да, начальные условия. А здесь мы возмущаем сами дифференциальные уравнения. То есть вот пусть у нас наша исходная модель описывается с помощью дифференциального уравнения, ну, системы дифференциальных уравнений вот такой вот, x точкой равно там f x, да, это автономная система, вот, и мы, то есть вот исходная модель, и давайте посмотрим, а что если мы чуть-чуть изменим модель. То есть вместо вот такой системы уравнений мы будем описывать ее, ну, например, вот такое там f, то есть x точкой равно там f от x плюс там эпсилон, допустим, на gx, где эпсилон бесконечно малая величина какая-то, там, бесконечно малая величина. Вот. Ну и тогда система будет структурно устойчивой. Мы систему, нашу динамическую систему будем называть структурно устойчивой. Если решение невозмущенной и возмущенной модели будут качественно похожи. Будут качественно похожи. Ну, грубо говоря, допустим, вот у нас имеется решение там невозмущенной модели, ну, какое там, ну, допустим, какая-нибудь логистическая кривая там, да, вот. Вот, вот такого типа там, да, вот, логистическая кривая, x от t, вот, это решение невозмущенной модели. И мы возмутили, добавили маленькую добавочку, да, но вот функция g, вот этот вектор g, разумеется, должен быть ограничен, то есть меньше бесконечности при любых x, при любых векторах x, да. Тогда вот эта добавочка будет маленькой, вот. И в результате, значит, получаем другую кривую, ну вот, скажем, вот такую вот. Качественно это одно и то же, да? То есть все какие-то там характеристики, там вот стартовало там с одного места и вышло там на один и тот же уровень, да? То есть качественно это совершенно одинаковые решения. Но количественно, конечно, могут разными функциями описываться. Это вот одна функция, да? Значит, x1 это t. А это вот другая функция, да, x2. Это разные могут быть аналитические функции, но вид у них качественно один и тот же, поведение одно и то же. Вот. То есть вот в этом случае, значит, наша модель будет структурно устойчива. Ну и вот то, что мы там в самом начале с вами говорили про систему близкие к интегрируемым, это вот пример. Значит, ну, пример вот таких систем возмущенных, да, и там одна из задач может быть
поставлена как задача исследовать структурную устойчивость, да, вот этих вот систем близких интегрирования. Вот. Ну, что тут можно еще сказать? Можно анализировать структурную устойчивость, например, исследуя фазовое пространство, да, фазовое пространство нашей системы. Ну, предположим, вот, пусть для невозмущенной системы мы имеем вот такой вот фазовый портрет. Ну, давай я вот что-нибудь такое красивое тут изображу. Вот так, так, тем более, что это, значит, фазовый портрет нам еще встретится. Вот, что-нибудь такое, да? Это фазовый портрет невозмущенной системы. Возмутили мы систему, он стал каким-то другим, но при этом он остался похожим на этот фазовый портрет. Ну, там он может как-то там раздвинуться, сузиться, например, да? То есть это я чисто так для примера, как бы, то есть не обязательно так. Ну, вот, например, что-нибудь вот такое тут плавное стало, вот эти вытянулись. Внутренние траектории, это тоже такая вот стала валенькая, да? Вот он там раздвинулся в разные стороны, да? Еще и сузился, допустим. Но, тем не менее, он стал, остался похожим на исходный фазовый портрет, да? И тогда мы можем делать выводы о структурной устойчивости. Вот. Разные случаи могут быть, где-то в какой-то области фазового пространства система будет оставаться структурно устойчивой, в какой-то не будет, и все вот это можно исследовать на фазовых портретах. Вот. Ну а, значит, один из аналитических методов, который применяется при исследовании структурной устойчивости, это метод возмущения, да, о котором мы тоже говорили, теория возмущения. Вот, говорили, ну, упоминали сегодня. Ну вот. Итак, значит, мы познакомились с некоторыми видами устойчивости, которые будут для нас в нашем курсе наиболее актуальными, значит, это устойчивость по Лагранжу, Липунову, квазиасимптотическая, асимптотическая, орбитальная и Пуассона и структурная. Да? Вот. Теперь давайте поговорим о том, да, и среди всех этих видов устойчивости для нас будет самое важное устойчивости по Липунову. Да. Вот. Если не будет каких-то специальных оговорок, когда я буду говорить об устойчивости, я буду иметь в виду устойчивость по Липунову. Ну и а на втором месте стоит асимптотическая устойчивость. То есть вот эти два вида устойчивости для нас будут, значит, самыми главными. Ну а теперь, значит, возникает вопрос, а как можно исследовать аналитически систему на устойчивость? Как можно аналитически систему исследовать на устойчивость? И вот ответ на этот вопрос дал Липунов в своих работах, и, значит, мы вот этот метод им предложенный рассмотрим, значит, параграф следующий, метод Липунова исследования устойчивости функции Липунова. Значит, метод. Ну, если строго говорить, значит, это математики, вот, и у инженеров.
примерах этот метод называется вторым методом. Ну, мы его будем просто называть. Ну, давайте опять начнем с каких-то таких интуитивных соображений. И будем интересоваться, значит, неустойчивостью движения, пока вот на первых порах, неустойчивостью движения, а устойчивостью равновесия. То есть будем считать, что у нас, ну вот, в любой момент времени t, да, значит, невозмущенное решение – это положение равновесия. Да, x от t равно x нулевое. В любой момент времени t. То есть система в качестве невозмущенного движения мы берем положение равновесия нашей механической системы. И вот мы должны это положение равновесия исследовать на устойчивость. Ну, опять начнем с таких вот физических соображений. Рассмотрим диссипативную систему. Вот дальше нас в основном будут интересовать диссипативные системы. А гамильтоновые системы, ну, можно рассматривать как такой весьма частный случай, да, когда диссипация равна. Вот. И то там, при этом система вообще не обязана быть еще гамильтоновой. Да? То есть мы для нее гамильтониан не можем, не сможем построить эту систему. Значит, пусть имеется некая диссипативная система, и пусть, ну, конкретно, скажем, частица, которая движется в каком-то потенциальном поле, там совершает одномерное движение в потенциальном поле U от X под действием силы диссипации. Сил диссипации еще, да? То есть есть диссипативные силы. Вот график, значит, U от X, если у нас имеется положение устойчивого равновесия, то этот график должен содержать какой-то минимум. Да? Ну, в простейшем случае пусть это будет один минимум. То есть вот минимум потенциальной энергии, как мы с вами знаем из теории механики, он соответствует положению равновесия. Да? Положению равновесия. Ну, вот нам это равновесие надо на устойчивость исследовать. Да? Значит, U от X, ну это вот что-нибудь такое. Там. Вот такая штука. Значит, есть точка x0, которая является положением равновесия. Ну и дальше, значит, что, как происходит движение такой системы? Мы задаем начальные условия. Да? Какие-то. То есть дальше мы рассматриваем возмущение, да? Вот у нас первоначально система находилась в положении равновесия, а дальше мы возмущаем систему. Ну, понятно, что вот в положении равновесия у нас, да, реализуется минимум энергии, да, как потенциальной, так и полной энергии системы. А когда мы возмущаем систему, мы как бы задаем какую-то энергию системе, да, накачиваем систему энергии. Вот. И дальше ее отпускаем двигаться. Значит, под действием вот тех сил, которые действуют на систему. Да. Вот. Что у нас происходит? Поскольку система диссипативная, у нас, значит, dE по dt будет меньше.
меньше, либо равно нуля. Энергия будет в системе убывать со временем. И понятно, что в принципе, может быть, даже в бесконечный момент времени, да, система свалится в положение равновесия. Да? То есть где со временем у нас будет стремиться к минимуму, минимальному значению, равному нулю. То есть что у нас на языке устойчивости произошло? Мы возмутили систему, да, и система вернулась в исходное невозмущенное состояние. Мы имеем дело с асимптотической устойчивостью, да, на самом деле. То есть с течением времени система возвращается в невозмущенное состояние. Но для нас важно вот что, что эту асимптотическую устойчивость мы можем исследовать на языке энергии, да? Смотреть, как будет изменяться энергия такой системы со временем. И вот отсюда возникает идея метода Липунова. Иногда метод Липунова еще называют энергетическим методом, да? Поскольку идеи-то вот лежат его вот здесь. Значит, ну давайте теперь рассмотрим общую ситуацию. Да, хорошо, прежде чем общую ситуацию рассмотреть, давайте еще мы рассмотрим фазовый портрет этой системы. Вот как этот процесс происходит в фазовом пространстве. Ну, фазовое пространство здесь – это пространство координаты скоростей, да, x и x точкой. Значит, вот у нас точка x0, а положение равновесия, значит, в точке x0, а скорость там равна нулю, да, в положении равновесия. Значит, вот положение равновесия. Вот. Дальше, когда мы задаем энергию какую-то, возмущаем нашу систему, то есть накачиваем в нее энергию. Вот. В фазовом пространстве это выглядит так, как будто мы окружаем точку x0 некоторой областью, там, да, значит, E. Вот. Задали энергию. Ну, а дальше, значит, вот из какой-то там точки на границе этой области система стартует и начинает по спиральке скручиваться там вот в точку x0. И на бесконечности она в эту точку x0 упадет. Вот. То есть это вот на фазовой плоскости. Ну и теперь мы можем эти рассуждения обобщить и ввести так называемые функции Липунова. Да? Ну, для этого возьмем систему, которая описывается вот такими вот уравнениями, да, в качестве невозмущенного решения у нас. Положение равновесия какое-то берется, x0. Вот. И мы берем эту точку x0 на фазовом пространстве. Ну, я вот буду рисовать фазовую плоскость, да, ну тут как бы число измерений не принципиально. Вот фазовая плоскость только для иллюстрации служит. Вот. Берем точку x0. Этот вектор и окружаем эту точку x0 некоторой областью z. И в этой области z вводим некоторую функцию v от x.
Ну, найдем сразу же производную этой функции. Значит, v с точкой от x, да, мы дифференцируем как сложную функцию. X у нас зависит от t в процессе движения, значит, сумма там по i там, от единицы до n большое, да. А, значит, там dv dx, dx итая, x итая с точкой. Но x итая с точкой удовлетворяет вот такой системе уравнений. Да? Ну, вот если не в векторном виде, а через компонент, значит, x итая с точкой, это f итая на x, да? То есть это производная равна точной сумма единицы до n, dv под x итая на f итая. Вот производная. Вот. А, ну, как видим, эта производная, значит, определяется в том числе и, значит, вот этими функциями, да. Вот. Ну и дальше. Функцию v от x мы будем называть функцией Липунова, если она удовлетворяет двум условиям. Первое. Значит, эта функция имеет минимум в точке x0. То есть минимум. В от x реализуется в точке x0. Так. Ладно, у x это лучше писать, да? V от x в точке x0. То есть, ну, это означает, что для любого x из области g такого, что x не равно x нулевому, да, v от x будет больше, чем v от x нулевому. И второе условие. Производная dv по dt, которую мы вычислили, в области g должна быть неположительной. То есть либо отрицательной, либо больше. То есть там тоже под t? Под x, да? Нет, под t. Так, тут же под t, точка. Да? А, ну да. Под t. Вот это вот самая производная, которую мы вычислили, она должна быть неположительной. Это вот оно условие. Правильно? Вот аналог вот этого условия, вот он, да. А аналог вот этой точки x0, да, ну вот она, это точка в фазовом пространстве, вот она, точка x0. Вот функция v, удовлетворяющая этим условиям, называется функция Липунова. Функция Липунова. Значит, ну да. Ну, давайте еще один пример функции Липунова приведем, коли мы уж там говорили о всяких таких гамильтоновых системах, да? Вот давайте рассмотрим гамильтоновую систему, но с диссипацией, то есть это, ну, как бы вот система, которая описывается уравнениями Гамильтона, но там есть диссипативные силы, то есть пусть вот, имеем дело с системой, там пусть точка это d h d f итая, f итая с точкой, это минус d h d q итая. Вот если бы мы здесь ограничились, мы имели бы строго гамильтоновую систему. А мы здесь еще пишем диссипацию, да, q итая. Да? Вот q итая диссипативные силы. Значит, ну и продвигают значение. Вот.
n степени свободы. Что можно вот в таких системах использовать в качестве функции Липунова, на ваш взгляд? Ну да, функцию Гамильтона, поскольку это аналог энергии, по сути дела. Но давайте проверим, но вот тут на самом деле тонкости могут возникнуть. Вот давайте проверим условия, когда функция H будет функцией Липунова, да? Функция Гамильтона будет функцией Липунова. Для этого рассмотрим производную H по dt. Вот. Значит, ну и это, поскольку H у нас функция, ну, система автономная, зависит от всех Q и P, да, значит, это будет сумма по I, там, от единицы до N, dH по D, увитая на увитая с точкой, плюс dH по D повитая с точкой. Ну и берем теперь вместо Q с точкой и P с точкой, подставляем вот эти вот значения из уравнений Гамильтона. Ну что мы сразу видим? Мы видим, что вот эти члены с производными сокращаются. Да? Вот тут смотрите, Q с точкой, dH по dQ, dH по dP. А здесь dH по dP минус dH по dQ. Да? Вот члены с производными от H. Значит, сокращаются, остается только вот член от Q, да? То есть это будет сумма по I, значит, dH по dP, вот здесь останется, dH по dP, это на Q, это вот так. Ну, а dH по dP мы можем на Q с точкой заменить, да, согласно вот первой группе уравнений Гамильтона, да, то есть это сумма по I. Ну, собственно, я напоминаю, мы какие-то такие вещи в теоремеханике писали, я просто напоминаю, как это все работает. Значит, вот что это будет. Куитая на куитая с точкой. Вот так. То есть у нас в нашей системе dH по dt, dH по dt, значит, это сумма по I, куита на Q и t с точки. Значит, чтобы H была функцией Гамильтона, ну, кроме того, что она там должна в какой-то точке x0 минимума достигать, необходимо, чтобы вот эта производная, да, была меньше либо равна нуля. Меньше либо равна нуля. Ну и когда такое возможно? Вот как бы интуиция подсказывает, что в принципе для диссипативных систем вроде бы это должно всегда выполняться. Да? Дело в том, что энергия же в систему может накачиваться. Тут накачки нет, тут диссипация. Ну вот простейший случай диссипативной системы, значит, который мы рассматривали, это когда куита равно минус альфа ита там на куита с точкой. Да? Ну, обобщенная диссипативная сила, альфа ита это там обобщенные коэффициенты диссипации, ну и значит альфа ита больше нуля считаем, да, вот. Ну и тогда действительно dH по dt равно минус сумме по i, да, альфа i, тайфу, i, с точкой в квадрате. Ну и здесь вся сумма положительная, альфа положительный, у с точкой в квадрате, да, за счет квадрата тоже всегда положительный. Это меньше либо равно нулю, да, вот так. То есть вот в простейшем случае это так, но вообще говоря, условие это вот такое, и
там вот, в принципе, можно придумать какие-нибудь силы, там, приводящие к диссипации, но не во всех областях это условие может выполняться. То есть мы должны еще какую-то область взять, где это условие выполняется. И надо, чтобы туда еще точка Х0 попала. Да. Вот. Так что здесь тоже могут быть некоторые тонкости. Но они такого чисто теоретического, скорее всего. Вот. Ну, то есть вот можно использовать в качестве функции Липунова функцию Гамильтона. Ну вот дальше. Липунов доказал две теоремы. Мы их тоже будем, следуя нашей традиции, принимать без доказательства, поскольку курс у нас не такой большой, и нам надо как бы сосредоточиться скорее на таких идейных вещах, чем формальных, и много чего еще нам предстоит с вами изучить в этом курсе. Так вот, две теоремы доказал. Ну, там на самом деле больше теорем. Для нас важны две теоремы. Значит, первая теорема, значит, если существует вот эта вот окрестность G, точки Х0, а в ней существует функция Липунова V от X. То точка Х0 является положением устойчивого равновесия. То Х0 это устойчивое равновесие. Да? Ну или на языке теории устойчивости Х0 невозмущенное решение, да, устойчиво. Да? Х0 это невозмущенное решение, оно устойчиво. Теория, в общем, случае, да? Вот. Ну, собственно, вот эта теорема, она очевидна после того, что мы сказали, да, вот там энергию рассмотрели, вот пример функцию Гамильтона. В принципе, она очевидна с физической точки зрения, да. Вот если мы берем энергию, и она ведет себя вот таким образом, то у нас система вот падает в эту яму. Да? Значит, и вторая теорема, значит, вот если у нас теперь dv по dt строго меньше нуля во всей области G, кроме точки Х0, в которой dv по dt равно нулю, то Х0 асимптотически устойчиво. Устойчивое, ну, положение равновесия или более в общем случае невозмущенное решение. Да? Невозмущенное движение асимптотически устойчиво. Вот это две теоремы, но вот последняя теорема нуждается, ну, в какой-то там иллюстрации. Ну, иллюстрация тоже, кстати, нам знакома. На самом деле, ну, так, давайте. Нарисуем опять картиночку. Значит, вот здесь наше фазовое пространство x1, x2, да? А здесь функция v, задаваемая в этом фазовом пространстве.
Значит, ну вот пусть там точка x0 имеется какая-то. И вот какая-то там область G. Ну и давайте, скажем, в этой области G зададим функцию Липунова, удовлетворяющую вот этому условию. Да? То есть, значит, вот тут у нас минимум. То есть это функция, ну, вот такого типа, да, качественная, она вот такого типа, она должна быть как бы гладкой, никаких там перегибов на ней не должно быть. Сейчас мы посмотрим, что может возникнуть, если перегиб будет. Ну, вот если нет перегибов, то вот уж точно там, значит, точно вот движение такое, где-то там начинаем, ну, не знаю, там, и поехала двигаться вот функция V с течением времени убывает, да, и вот достигает минимума, да, то есть x0 здесь асимптотически устойчиво, да, то есть возмущенное решение, вот мы там энергии, допустим, задали энергетический уровень, а он упал до минимального значения, да, то есть которое в точке x0. Вот это асимптотическая устойчивость. А что будет, если перегибы какие-то есть? Значит, то есть вот здесь главное, что смотрите, нигде у нас вот производная, да, на, кроме вот этой точки x0, в ноль не обращается. Не обращается в ноль. Значит, мы предположим, что есть еще где-то там области, где эта производная может в ноль обратиться. Так, ну, давайте я, пожалуй, вот на этом же самом графике изображу, чтобы рисовать снова. Вот. Пусть мы задали в качестве функции Липунова теперь вот не такую функцию, а какую-нибудь, ну вот я не знаю, вот. Какую-нибудь вот такую функцию, что-то там похожее, на что я там рисовал. И теперь, скажем, возмущенное состояние у нас будет соответствовать вот какой-то такой точке. Ну вот, все то же самое, x0, область g, а функция Липунова вот другая. Вот здесь что у нас есть? Вот это, здесь имеется целая область значений, да, вот я ее так выделю кружочком, где V с точкой равно нулю. Вот оно здесь равно нулю V с точкой, да, в точке x0. Но есть еще вот какая-то, ну, там, кривая там, или окружность вот в нашей картине, где еще V с точкой может обращаться. И тогда, если мы задаем возмущение выше вот этой области, то у нас движение может быть, ну, вот каким-то таким. Вот она покрутилась, вышла на эту область, и дальше она уже движется вот, вот в этой области. Да? То есть она не достигает значения x0, но тогда x0 у нас, значит, ну, мы не можем проверить асимптотическую там устойчивость, да, вот если так. X0 таким образом. Да. Мы скорее там можем проверить устойчивость, ну, вот этого вот решения, да, вот этой вот кривой. Значит, не исходится. То есть асимптотически устойчивой будет вот эта вот кривая, вдоль которой начинает с течением времени вертеться. Вот. Ну, на фазовом портрете это выглядело бы так вот. Значит, есть вот такая вот область, да, вот, допустим, окружность, и мы вот опять стартуем, и с течением времени вот
снижаемся и приближаемся. Ну, вот такие штуки называются предельными циклами. Да? Про предельные циклы с вами еще поговорим. Ну вот. Значит, что самое важное в методе Ликунова? Вот в чем суть? А суть в том, что нам достаточно в области G построить хоть одну функцию Ликунова. Хоть найти хоть одну единственную, да, функцию Ликунова, для которой мы можем проверить устойчивость нашей системы. Вот. И тогда мы можем говорить, что значит, система устойчива к Ликунову от, значит, в общем виде, в общем случае. То есть достаточно построить хоть одну функцию Ликунова. Вот это важно. Ну а как ее строить, это, конечно, вопрос уже другой. И мы рассмотрим с вами несколько примеров. Перерыв-то у нас во сколько? Сейчас уже, да, должен быть. Да. Отклонение, да, из положения равновесия. А
еще раз нелинейная слядок, должна быть какая-то нелинейность. Ну и вот нелинейности тут могут быть разные, там, скажем, ну, там, К, да? Давайте вместо К написать буквы К, мы там другие вещи обозначали. Вот. А, да, ну а тут нелинейность, это там B на 4, допустим, X в четвертой. Тут могла бы быть кубическая нелинейность, а мы вот взяли четвертую нелинейность. Да? То есть мы как бы усложнили закон Гука, добавив к нему нелинейный член. Ну это вот модель вполне хорошая, работоспособная, она там и в теории поля используется, эта модель. Значит, вот четвертая степень там потенциала, да, четвертая степень поля там, вот. Значит, ну вот, вот такая наша система, и тогда уравнение, которое мы получаем, будет иметь вот такой вид, я переношу все в одну сторону, получаем x с двумя точками плюс c x с точкой плюс а x плюс b x. Вот что получилось. То есть это, если бы b равнялось нулю, мы бы получили что с вами? Затухающие колебания. Ну да, затухающие колебания, ну либо там в другом случае там ангармоническое затухание там, да. Вот. Значит. А здесь у нас есть нелинейность. Вот. Ну давайте распишем эту систему уравнений как. Как принято вот, в теории динамических систем, то есть это уравнение распишем как систему уравнений. Значит, ну, так, x с точкой пусть у нас будет y, да? Тогда y с точкой вот из этого вот уравнения равно минус c y минус ax минус bx. Ну, стационарное состояние, положение равновесия. Здесь очевидно, да, в нем x с точкой равно y с точкой равно нулю, значит, приравниваем нулю левые части, и видим, что положением равновесия является точка с координатами x равно 0, y равно 0, значит, x0 равно 0, y равно 0. Ну и будем исследовать устойчивость вот этого равновесного состояния. Для этого нам надо придумать хоть одну функцию Липунова. Значит, функция Липунова должна, значит, двум условиям удовлетворять. В точке равновесия иметь минимум, и производная по времени, да, должна быть неположительной. Ну вот как можно попытаться подойти к построению функции Липунова. Ну вот смотрите. Ну, во-первых, точка 0 это минимум. Значит, а мы будем обычно функции Липунова строятся, ну, как вот какие-то степени вот этих вот динамических переменных, да? Вот чтобы x0 была минимум, ну, надо выбирать четные степени, там, вторую, четвертую и так далее. Значит, причем минимум тут по x и по y, да, вот 0 по x и 0 по y. Значит, вот пишем, что вот
наша гипотеза, что в качестве функции Ликунова можно брать что-то вот такое, альфа на х квадрате, вот первая четная степень, да? Значит, плюс там бета на y квадрате, да? Вот по x и по y здесь симметрию соблюли. Но у нас имеется определенная симметрия по x. Видите, по x у нас нелинейность есть, да? Поэтому, ну, естественно, предположить, что какая-то такая симметрия должна и в функции Ликунова быть. Ну, давайте вот сделаем гипотезу, что это, раз там четная степень, гамма там на x четвертый. Вот так. Вот учли асимметрию, связанную с нелинейностью только по x. Вот. Это наша гипотеза, и нам надо найти, ну вот, хоть какие-то значения альфа, бета и гамма, да, которые бы показывали, что V является функцией Ликунова. Ну, во-первых, первое условие, что минимум V в точке там, вот этой вот, да, выполняется, да. Значит, действительно, в точке с координатами x0, y0, v равно нулю, а это значит минимум. Вот. Ну, в какой-то окрестности, да? В какой-то окрестности нашей точки. Вот. Ну, проверяем второе условие. Ну, для этого берем производную v с точкой. V с точкой. Дифференцируем альфа x на x, вот так двоечка, да, 2 альфа на x, x точкой, плюс 2 бета y, y с точкой, плюс 4 гамма x кубе, x точкой. Дальше движение системы удовлетворяет уравнением движения. Да? Вот это вот уравнение. Значит, вместо x точкой и y точкой мы можем поставить вот эти вот значения, да? Которые следуют из системы уравнений. Ну, подставляем, значит, 2 альфа x. А, значит, вместо x точкой пишем y. Так. Дальше плюс 2 бета, 2 бета, y на y с точкой, а y с точкой это вот что такое, значит минус c, y, минус a, x, минус b, x кубим. Ну и, значит, плюс 4 гамма x, y. Что? Кубик. А, да. Кубик, совершенно верно. Ну, давайте скобочки раскрываем. Значит, ну вот, запишем так. Значит, вот здесь xy общий множитель, и вот здесь xy общий множитель. Да? То есть собираем вместе. Ну, давайте выше писать. Значит, 2 альфа, это вот это, минус 2 бета а, 2 бета а, дальше. Вот есть члены с кубами, да? Вот кубы. Вот. Х кубы. Значит, y, x кубы. Собираем при них коэффициент. Значит, плюс 2 бета b. Так, с минусом, да? Значит, минус 2 бета b. 2 бета b
значит, и плюс 4 гамма, плюс 4 гамма. x в кубе, y. Ну и остается у нас еще вот такой член, минус 2 бета c y квадрат. Ну вот из физики нашей задачи следует, что у нас а, b и c больше нуля. Да? Это просто из физической постановки задачи. Вот. В принципе, альфа, бета, гамма мы можем брать любыми. Значит, возьмем, потребуем, чтобы бета у нас было больше нуля. Бета больше нуля. Тогда смотрите, у нас вот это последнее слагаемое, вот это вот, да, минус 2 бета c y квадрате будет отрицательно, не положительно. При y равном нулю, оно нулю. И тогда, значит, то есть бета больше нуля, а альфа и гамма пусть будут произвольными. И мы можем их выбрать такими, раз нам всего одна лишь функция Липунова нужна, мы можем их выбрать такими, чтобы каждая из этих скобок обращалась в ноль. Ну и тогда получаем систему уравнений, значит, там 2 альфа минус 2 бета а равно нулю, минус 2 бета b плюс 4 гамма равно нулю. Значит, b и a у нас заданы, да, из физики. Да? Значит, надо найти альфа, бета и гамма, удовлетворяющие этой системе уравнений. Но неизвестных-то три, а переменных две. Ну, значит, возьмем, например, какую-то из них там произвольной, да. Ну, можно, например, все через бета выразить, а можно через альфа там, да. Вот, без разницы. Ну, давайте, скажем, через бета выражаем все, тогда альфа будет у нас равно гамма равно, что там получается, 1/2, да, бета, да, бета. Бета произвольное число большее нуля, значит, альфа и гамма через него выражаются. Вот. Таким образом, чтобы у нас вот эти члены обращались в ноль, тогда dv по dt у нас будет равно минус 2 бета c y в квадрате меньше чем равно нуля. То есть в точке x0, y0 минимум реализуется, производная неположительно, значит, v функция Липунова нашей системы. Вот. И мы можем ее записать, то есть в качестве ответа мы должны взять альфа и гамма и подставить вот сюда, вот в это выражение. То есть функция Липунова нашей системы такая. А бета, значит, плюс об это x в квадрате плюс значит, бета y в квадрате, бета y в квадрате плюс 1/2 b бета, ну там бета b, значит, x. Ну вот так.
Примерно так вот можно строить функции Ликунова, но при этом нужна хорошая начальная гипотеза, да? Что можно использовать в качестве функции Ликунова. Для этого надо как-то было додуматься. Но я вот привел правдоподобные соображения, но на практике понятно, что все сложнее было. Вот. Так, значит, что там успеем еще и нет? Сколько это? А ну еще там попробуем успеть, только я тогда для быстроты буду тут подглядывать, чтобы долго не думать. Значит, вот в качестве второго примера возьмем вот такое, такую систему уравнений. Значит, ну она особо, как бы тут трудно указать, какую физическую систему она описывает, но это какой-нибудь там тоже система там связанных нелинейным образом осцилляторов, да? Вот подобными системами уравнений описываются системы связанных нелинейных связанных линейных осцилляторов, но связь это нелинейная, да? Нелинейная между осцилляторами. Значит, это x точкой минус x равно минус x плюс x в квадрате, значит, минус a x и y, так, y с точкой минус a x минус b, значит, x, y плюс y в квадрате, так. Ну, значит, ну, где a и b произвольные положительные слепыми, так, а больше не будем там наводить больших ограничений, пусть они просто больше туда. Так, ну очевидно опять равновесие, да? Равновесие. У нас x точкой равно нулю, y с точкой равно нулю, и значит решением этой системы, ну в частности, да, вот будет x равно нулю, y равно нулю. То есть опять то исследуем устойчивость положения равновесия в нуле координат. Да. Вот. Значит, ну, чтобы исследовать вот по Ликунову, да, надо найти функцию Ликунова. Вот. Ну, самая простая функция Ликунова у нас какая? Может быть. А вот такая. Вот. V от xy равна 1 вторая x квадрате плюс y. Четные степени, коэффициенты там одинаковые перед x и y. Ну давайте ее и возьмем и посмотрим, что будет. Что будет. Ищем v с точкой. Да, ну очевидно, что минимум ее вот реализуется вот в этой точке. Да? x0, y0. Ищем производные. V с точкой равно x на x точкой плюс y на y с точкой. Ну и опять вместо x с точкой y с точкой подставляем значение, которое следует из системы уравнений. Значит, равно x, значит, минус x плюс x квадрат, так, минус. Минус а x y, вот так, да, значит, плюс y минус а x минус b x y. Ну и
собираем здесь члены специальным образом. Вот видим, что минимальная степень по х здесь, х квадрат, да, значит, так. Так, что я тут написал? Так, а, я извиняюсь, я вот здесь х написал, здесь y, да. Вот, вот видите, чуть-чуть и уже не срабатывает, да? Здесь, если бы стоит y, то все бы у нас ничего не получилось. Здесь y. Не x, вот исправьте, а y. Вот. Значит, а минимальная по y там, это y в квадрате, да? Так. Так. Нет, по y есть y. Да, вот. X тоже есть, простите. Значит, x. Тогда вот здесь надо y квадрат тоже поставить, что ли. Да, вот, вот давайте так, y квадрат, а здесь y куб. Квадрат, тут, вот так. Y квадрат, вот. Ну тогда и в x точке то же самое должно быть. Ну, в уравнении. Да. Y квадрат, да. Так, x квадрат. Так, нет, нет. Нет, нет, нет. Значит, нет. Здесь все правильно. То есть я что хочу? Я хочу вот что сделать. То есть, вот смотрите, нам надо выделить x квадрат на что-то плюс y квадрат на что-то, да? Вот. То есть x квадрат и y квадрат, ну тут с минусом, да? Значит, вот давайте, минус x квадрат. Значит, это выносим единица, значит, здесь выносим так, минус, здесь минус x, минус а, да, плюс. Плюс, да, плюс а, значит, y. Вот. Плюс, ну вернее, минус, минус, минус y квадрат. Да, здесь минус а, значит, минус b x. Минус bx. Там тоже плюс a. Да, плюс. Плюс, плюс, а здесь минус, да? Минус y. Вот так. Плюс, плюс, минус y. Вот. Ну вот теперь смотрите. И вот эта штука должна быть меньше либо равна. Там y квадрат. И bx, y квадрат. Да, bx, y, y квадрат. Так, тогда тут куб зря, да, тогда куб зря поставил. Давайте так, вернемся к квадрате. Ну и, кстати, даже можно в первое сделать. Но тут как бы... Так, bx еще y. bx. Вот тороплюсь. Да, вот тут первая степень, тут вторая. Все было правильно, да, вот, вот давайте так вот. Квадрат, а здесь первая. Вот. Вот тогда так, да? Ну, тут как бы без разницы, но хотелось бы, то есть я подгоняю под что? Чтобы вот здесь линейные функции были, да? Можно, чтобы и параболы, но тогда анализировать труднее, да? Я просто хочу так вот упростить, чтобы наглядно показать. То есть тут не важно. Тут все, что угодно может стоять, весь вопрос, как нам вот это на доске удастся проанализировать это все. Вот. Вот так. Итак, значит, вот, то есть понятно, что все, что угодно здесь может стоять в скобочках. Да? Если мы вот вынесли, то все, что угодно пусть стоит. Вот. Вот лучше, если это все, что угодно, оказывается линейной функцией. Вот я этого и добиваюсь. Да. Иначе, ну, как бы там возникают дополнительные трудности. Вот. А, значит, что у нас теперь получилось? Вот это неравенство будет осуществляться
если у нас каждая из скобочек будет положительной, да? Положительной. Значит, вот здесь минусы стоят, да? Скобочки должны быть положительными. То есть вот эта скобка больше нуля, и вот эта скобка больше нуля. Ну и тогда получаем такую систему неравенств. Значит, y у нас должно быть меньше, да? Значит, меньше единица на А. Так, y меньше единица на А. Так, наоборот, больше, да? Больше единица на А. Переносим. А тут в скобочках x минус 1, да? Вот так. Перенес, да? Поделил на А. И, значит, из второго y должно быть меньше, чем а плюс bx. Вот так. А плюс bx. Ну вот теперь смотрите, какая получается ситуация. Берем фазовую плоскость. И тут вот в зависимости от а и b возможны различные ходы вот этих прямых. Значит, x, y. Значит, нам надо что? Нам надо, чтобы а и b были такими, чтобы вот эта, хоть какая-то область g, пусть очень маленькая, да, окружала точку x нулевое. Попадала вот область g, окружающая точку x нулевое, попадала вот под условия этих неравенств. Ну давайте смотреть, то есть какими должны быть выбраны а и b. Ну вот строим, скажем, одну прямую и другую, значит. Одна прямая, ну вот какая-нибудь вот такая должна быть, да? Это вот y, вот это вот единица на а должна быть вот так как-то. Единица на а, x минус 1. Как-то так. А друг, значит, и y у нас, значение y больше, выше, лежат выше вот этой прямой. Ну, понятно, если бы мы тут другие степени писали, нам бы параболы всякие там пришлось чертить или еще что-нибудь хуже. Да, а вот лучше, если прямая, да? Тут совершенно без разницы, какие функции, только анализ удобный. Вот. А вторая прямая должна как-то вот так идти, то есть должен образовываться такой клин этих прямых, да? И, значит, y меньше должны быть, должны лежать под прямой, да? И вот тогда наша область g попадет между этими прямыми. То есть мы должны подбирать параметры так, чтобы хоть какая-то там, пусть очень маленькая область, там может быть даже бесконечно малая, да, попадала вот в этот клин. Вот. Ну, можно там подобрать хоть какие-то там значения а и b, и тогда, значит, мы сможем область g подстроить. Вот. Можно а и b подобрать так, что вообще эти неравенства, область g будет лежать вне системы этих неравенств, да? Вне области выделяемой этих неравенств. Вот. Но для построения функции Липунова мы должны вот а и b выбрать определенным образом. Вот. Ну, если сложнее тут какие-то функции, то, конечно, вот, получится вот так. Более сложный случай. Скорее всего, не попадет у нас область. Что
ни при каких А и Б не попадет. Ну, смотрите, у нас при X, сейчас, у нас один график пересекает в точке А ось, вот, А плюс BX, в точке А пересечение. Оси Y. Если А выбор положительный, вот, то всегда такая ось. Да. А вторая, один на А, то есть знак совпадает тоже в верхней полуплоскости. А, вот, вот здесь. Да, сказать, да, да. Получается. Ну, вот и как бы. Нет, тут минус, извиняюсь. А, тут вот оно. Да. Минус. Все. Тогда можно. Вот как раз все помогали. Ну да, при положительных А, действительно. Вот. Ну, в принципе, знаете. Значит, все есть. Ну все, ладно, давайте на этом закончим тогда. Вот. Если есть вопросы, пожалуйста. Так, вообще-то какие-то проверочные работы.